Надь, с победой, с голом. Как прошла игра? Спасибо. Ну, в принципе, всю игру атаковали. В большинстве случаев созидали много моментов, подходов, точнее, к чужим воротам, но мало доставок в голевую зону было. Поэтому мало таких опасных моментов было у соперника. Как думаешь, счет по игре? Думаю, да. Как гол забил, расскажи. Забила из предела штрафной, внешний, в угол, в дальний. Играли против девчонок, которых вы хорошо знаете? Какой-то накладывал отпечаток? Нет, потому что я там почти никого не знаю. Команда состояла из много молодых игроков, пару, наверное, опытных и пару человек из нашей сейчас, кто присутствует в сборной. Поэтому большинство людей я там видела первый раз. Сбор очень насыщенный, много тренировок, много теорий. Как физическое состояние оценишь, и силы вообще остались? Ну, завтра уже домой едем, поэтому это радует. А так нужно искать везде свои плюсы, зато здесь тепло. Ты наслаждаешься любимым делом и делаешь это с удовольствием в таком чудесной, в такой чудесной погоде. Завтра у тебя будет день рождения, часто встречаешь его на сборах или в дороге? В основном на сборах, в дороге еще не было, было в больнице, но слава богу, что завтра полдня будет дома и будет хоть время сходить куда-то и наконец-то отметить нормально свой день рождения. Каким блюдом порадуешь себя, когда приедешь в Москву? Честно, очень-очень соскучилась по томата с бурата. Я, наверное, завтра себе это закажу в первую очередь.